У тимиртаусов появился целый ряд возможностей. Подать заявление в суд они могут, не выходя из дома. Сделать это можно через интернет. Достаточно зайти на сайт Верховного суда Республики Казахстан и через судебный кабинет выбрать суд, который, естественно, намерен обратиться. Здесь же можно найти образцы заполнения заявлений. При наличии электронно-цифровой подписи можно также, не выходя из дома, оплатить госпошлину и приложить к своему заявлению электронный чек. Вся информация в онлайн-режиме поступает через судебный кабинет, соответствующий суд республики. Повестки и уведомления из СУ позже будут приходить на электронный адрес или его мобильный телефон. Если человек работает где-то, ему пришло СМС, уведомление о том, что он должен явиться в суд, но СМС он сотки распечатать не может, показать руководство, то, что его вызывается. Вот также он тоже может зайти на сайт Верховного суда, там есть ссылка, зайти в ссылку, вот, ознакомление с судебными документами. В СМС, который мы отправляем, имеется там пятизначный код. И с этим пятизначным кодом он регистрируется там и имеет возможность распечатать вот эту электронную повестку,